Довольно высоко в горах, в юго-восточной части греческого острова Кефалония, приютилась маленькая деревенька Аргиния. Чуть ниже ее поселок Маркополо. В эти два миниатюрных городка раз в год стекаются паломники со всего мира. Перед праздником Успения, который греческая православная церковь отмечает 15 августа, к развалинам старых церквей сползаются небольшие змейки. Служители собирают их по ночам при свете фонариков. Приносят в храмы Успения, что расположены в Аргинии Маркополо, помещают в специальные контейнеры. Дают подержать прихожанам, кладут на иконы. Говорят, что змейки появились не одну сотню лет назад по молитвам монахинь, чтобы защитить их от врагов. С тех пор потомки смелых защитников сползаются в деревушке каждый год. Жители с нетерпением ждут этих вестников добра, ведь в 1953 году перед сильнейшим землетрясением они не показались. Нынче все вздохнули с облегчением. Змейки, слава Богу, появились в срок. После праздников служители церквей выпускают маленьких красавиц на волю, надеясь через год увидеть их вновь.